Всем привет! Привет, YouTube! Солнечный привет из Мерсина. Мои хорошие, в понедельник мы с Маруськой идем на базар. Вышли пораньше, потому что будет жаришка, но сегодня ветерок. Сегодня такая, знаете, благоприятная жаришка. Так что, что нам надо? Нам нужны овощи и фрукты. Сейчас все вам покажу. Вы писали комментарии, как же прошел маникюр у моей Маруси. Сейчас покажу. Марусечка, покажи моим зрителям, какой ты сделала маникюр. Вот, мои хорошие, видите? Чок-гюзель, чок-гюзель. Так, мои хорошие, где-то отключено электричество и работает генератор. Слышите, как гудит генератор, вот зелененький. На этой улице отключили электричество, и чтобы в домах был свет, включили генераторы. Сегодня какой-то пустой базар. Так, здесь у нас вещи, здесь у нас орехи. У меня, кстати, закончились грецкие орехи, но я... А тут нету, да, Марусь, чищенных орехов грецких? Ну и ладно. Мы купим в нашем любимом магазинчике. Вот смотрите, яблоки по 40 лир. Так, цены смотрим. Черешня 60 лир. Здесь что у нас? Горох, бобы, да? Так, перчик 25, 20. Баклажаны без цены 25. Кабачки, помидоры 30. Огурцы без цены. Так, здесь у нас дыня. Это мы здесь купили с тобой дыню, да? А может быть, не здесь. Купили в прошлый раз дыню? Да, по-моему, у него. Хотя вот, не знаю. Была вообще не сладкая. Я ее выкинула, кстати. Кто не смотрел видео, я сказала. Так, ну что тут? Смотрите, персики по 25. Маруся, персики по 25. Спроси у него, сладкие они вообще? Запаха я не чувствую. Запаха не чувствую. Взять тебе? А попроси попробовать, может быть, если не хочешь. Ну и ладно. Пойдем дальше. Так, а здесь персики по 20. И... Так, эти по 35, эти по 20. Сейчас я понюхаю. Вообще не пахнут, ничего не понимаю. Вообще не пахнут, мои хорошие. Ничего не понимаю, женщина набирает. Так, что дальше идем? Там абрикосы, вишня. Смотрите, вишни много, как вон. Вишни много. У нас соседку сейчас встретили, она набрала много-много вишни. Так, виноград по 70. Хочешь кишмиш, виноград? Попробуй, если сладкий, желтенький выбирай. Не зелененький, а желтенький. Попробуй. Нравится? Маруся кивает. Говорит, нравится. Мы сейчас обойдем, посмотрим. Так, клубника. Маруся, клубника. Хочешь клубнику? Мелкая? Ну, может, сладкая зато. Инжир. Все без цены, мои хорошие. Надо все спрашивать. Помидоры, лимоны, баклажаны, перцы. Так, там у нас маленький. О, зелень прошли. Мне нужен укроп. Так, укроп мне нужен. Вчера варила борщ в прямом эфире. Спасибо большое, кто пришел на мой прямой эфир. Мне очень приятно. Так, вишня, видите, они даже уже... А что, по-турецки вишня-вишня, что ли? Маруся кивает, что да. Я думала, это для нас, русских, написали. Это абрикосики. Цен нету. Клубничка. Клубничка. Хочет, дает мне пробовать. На, попробуй, Маруся. Маруся будет пробовать. А на когда? Элли, 50. 50, Маруся? Нет, Маруся говорит нет. Маруся знает толк, потому что я ей беру желтые абрикосы, тогда они прямо дотлы, сладкие-сладкие. Так, одна штука дыни 60 лир. Ой, арбузы 50 лир килограмм, сливы. Маруся, ты сливы не хочешь попробовать? Ты попробуй, может, сливы взять тебе. Это тоже вкусные фрукты. У меня у бабушки в деревне были сливы. Раба. Морковка.
Так, мы сейчас прогуляемся, мои хорошие. Вот укроп. Надо спросить, почем. В прошлый раз 20 лир. За пучок в два раза меньше, мне сказали. Спроси, сколько стоит укроп. Ну, тут хотя бы пучок нормально. В прошлый раз мне сказали 20, там вообще два пера. Два пера. Так, по 20 баклажаны. Огурчики по 20. Хорошие огурчики, кстати, по 20. Маленькие такие. Ну, Маруся, наверное, не любит. Будешь такие маленькие огурчики? Она что-то не любит этот сорт маленький. Она любит немножко другие. Так, вот эти сладкие должны быть, по идее, абрикосики. Желтый нет, это тоже с красным. Будешь пробовать эти абрикосы? Нет? Бананчики. Спроси, почем бананы. Элли, 50. Бананы 50. Вон огурцы по 20, которые Маруся любит. Вот эти ты любишь, Маруся. Сейчас мы подойдем. Ой, так мило. Та-та-та, видите, с музыкой. Марусь, вот эти абрикосы. По-моему, это абрикосы. Татлы? Попробуй, говорит. Возьми, попробуй. Почему? Марусь, чтобы знать, что мы возьмем и это самое. И вот там вот они белые тоже. Яйца. 3,50 за штуку. Вот смотрите, мои хорошие, все время хожу и яйца 3,50 за штуку домашние. Хош балдук. Так, вот по 18 огурчики возьмем. Марусины любимые. Помидорчики. Так, да я вам все покажу. Сегодня такое время, когда нет людей, поэтому приятно снимать базар. Все видно. Так. Ну, здесь уже зелень и молодая морковка. Вообще маленькая-маленькая. Смотрите, какая морковка. Вообще чек-гизель. Так, чек-гизель. Так, а почем здесь укроп? Маруся, спроси, почем укроп? Он бэш? 15. Вот замечательно. Помидорчики. Чок-гюзель купила. 35 лир килограмм. Вот взяли огурчики. Домашние, домашние. Собственного сада. Вот мы взяли черешню и абрикосики. Говорят, сладкие. Маруся попробовала. Угостили черешенкой. Я попробовала. Очень сладкая. Купила черешню. Чё, Гудель? Вот так походишь по базару, напробуешься, муж летает. Марусенька, виноград. Сейчас виноград возьмем. Маруся попробовала сладкий. Взяли на 85 лир. Сладкий-сладкий кишмыш. Здесь вот продают персики по 25. Не знаю, Маруся сейчас будет пробовать. Если будет сладкое, выглядит хорошо. Это шикюри дарим. Я не хочу. Нет, нет, нет. Женщина пускай попробует. Ну что, отоварились мы буквально за полчаса, потому что людей нету. Быстренько подошли, попробовали. То, что понравилось, то и купили. Купили виноград, абрикосы, персики, черешню, помидоры, огурцы, укроп. Вроде все. Вроде все сказала. Хотели купить арбуз. Лежит арбуз. Разрезан на две части. Я помню, что я попробовала дыню в прошлый раз и купила не ту, которую попробовала. Я говорю, хорошо, я беру вот эту половину арбуза, но дайте мне надрез, я его, ну, попробую и куплю. Он говорит, этот арбуз не продается. Представляете? То есть лежит на витрине красивый разрезанный арбуз, чок-гюзель, и он не продается. Говорит, берите другой, купите другой арбуз. Вот как-то так, мои хорошие. Поэтому мы без арбуза. Упс, переключаемся. Гляньте, мои хорошие. Здесь сквозняк, дверь открыта в подъезде. Чок-гюзель. Вот так вот спит ребенок. Вот так вот спит. Ну, а мы идем домой.